28 июля в Болгаре открылся международный волонтерский лагерь ЮНЕСКО. Почетным гостем в день открытия стал первый президент Республики Татарстан Ментимер Шаймиев. Каждый год ЮНЕСКО отбирает объекты культурного наследия для проведения на их базе лагерей для волонтеров. В этом году проект Болгарского национального музея-заповедника прошел отбор. Это международная инициатива, которую реализуют самые различные институты ЮНЕСКО. Большая программа, которая позволяет привлечь к волонтерскому движению в области культурного наследия молодежь, это и школьники, и студенчество, и, в принципе, молодые люди, которые посвящают свое время участию в этих программах в самых различных странах мира. И я очень рад тому, что Татарстан наконец-то вместе с Российской Федерацией присоединяется к этой программе. Участники лагеря с удовольствием выполняют свою работу. Для них честь быть в эпицентре таких событий, как раскопки, знакомство с историческими памятниками. Эта возможность выпадает не каждому. Чтобы попасть в лагерь, нужно обладать определенными навыками. А главное – большим энтузиазмом и желанием работать и изучать. Это участие не только в археологических раскопках на территории Болгарского музея-заповедника. И для них это прекрасная школа. И они очень рады. Я, общаясь с волонтерами, понял, что прикоснуться к наследию, тем более известному, введенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО, для них большая честь. Целью лагерей ЮНЕСКО является продвижение волонтерского движения на объектах всемирного наследия. Приобретая опыт, совершенствуя свои навыки, волонтеры помогают объектам сохранить наследие теми работами, на которые обычно не хватает ресурсов. Лагерь собрал 32 человека. Здесь волонтеры с ближнего зарубежья и немало иностранцев, которых интересует культура и история России. Организаторы надеются, что в дальнейшем ЮНЕСКО будет открывать свои лагеря по всему Татарстану. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.